Это мой прадедушка Томасов Николай Трофимович. Родился он 10 августа 1924 года в селе Петропавловского Днепровской области. Семья была многодетной, 14 детей. На войне погибло 10 и осталось 4 ребенка. Пошел на войну в 17 лет. За время прохождения службы в рядах Советской армии в армии с сентября 1941 года по сентябрь 1956 года старший лейтенант Томасов прошел путь от солдата до офицера и показал себя дисциплинированным и честным и требовательным человеком. Всю жизнь мой дедушка посвятил службе. В армии 1956 года был уволен в запас звания командира саперного взвода. Ивачев Прохор Клементьевич, мой прапрадедушка, родился в 1907 году в Читинской области. Оттуда и был призван на войну. За годы войны на него приходило 3 похоронки, и все с разных мест. Поэтому долгое время мы не знали точное место, где погиб мой прапрадедушка. Сейчас из официальных источников мы знаем, что он погиб в апреле 1944 года в районе Щучье. Но где находится это место, нам еще предстоит узнать. В Великой Отечественной войне участвовало 4 моих прадеда. Одним из них являлся Недовесов Александр Филиппович. Родился он на станции Тихонькая в 1923 году. И учился он в первой школе. Закончил 8 классов. В детстве Александр очень любил рыбачить, а позже состоял в молодежном футбольном клубе «Восток» и был вратарем. В 1942 году его призвали на фронт. После 3-месячных курсов его определили в морской десант. А далее уже направили воевать в Воронежскую область. В Биробиджане жил его сослуживец, и из его рассказов стало известно, как погиб Александр Филиппович. По его словам, мой прадедушка был отчаянным и отважным человеком. Через заледенелую реку он пробирался в сторону противника за припасами для своих бойцов, а также ходил за языками. В походе за очередным языком он погиб. В этом году ему исполнилось бы 100 лет. Также он награжден медалью за отвагу. Я помню, я горжусь. Мой прадед прошел всю войну. И за весь период этого времени получил боевые награды, как орден Отечественной войны 1-й степени, орден Отечественной войны 2-й степени, орден Красной армии, медаль за боевые заслуги и медаль за отвагу. Я помню, я горжусь. Мой прадедушка Голубев Владимир Васильевич. Он родился в Белоруссии перед Великой Отечественной войной. Его семья переехала жить в Киев. И когда началась Великая Отечественная война, на фронт его не взяли, несмотря на особое желание. Но несмотря на это, он пошел в военкомат, прибавил себе лишних лет, сказав, что документы утеряны, а его семья эвакуировалась. Его взяли на фронт минометчиком подавать мины. Он прошел всю войну, дошел до Германии и уже там встретил День Победы. Голубев Владимир Васильевич получил боевое ранение. Осколок от фашистской мины остался в его теле на всю свою жизнь. Он был награжден медалью за боевые заслуги и медалью за отвагу, а также он получил орден Красной Звезды.